скажу. Есть такое упражнение для зрения. Смотрите на заходящее солнце, на восходящее и заходящее. Восходы я это пропускаю, а вот заходы я как раз смотрю. Вот оно, солнышко бьет, и я на него смотрю. Красота. Это дает мощь зрению. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!